Нет, 100 тысяч. Мы точно не... Мы точно победим. Конечно. Тысячи лет его не видел, этот ток. Где он его отрыл? Не, ну, Стурили Мильс, кстати, что-то я врал. Не ползет-то, смотрите, как прям как ракета едет. Летит, я бы сказал. Как болид Формула-1. Ток один, 100 тысяч лет не видел. Мы уже на этой карте сегодня с вами были. Такое разнообразие карт, что мы уже на этой карте опять были. А, слушайте, неплохо опускается-то. На ведре. О, как я могу стоять. Четкие пацаны, надо только кэпку сюда приделать, и будет вообще ништяк. А сейчас ноги пойдет-то. А, я с шестерками играю, нифига, я в топе-то. Вот это да. Ща ноги пойдет точно тогда. А, так, надо бы кого-то убить бы. Блин. Что-то как-то не особо-то. Хорошо, МД туда залетел. А, Т-50 что-то не светится. Что-то не светится Т-50. А АМД сейчас будет мозги канифоль там мощно. А слева у нас только Е-25, да? Сосиска поехала куда-то. Куда-то поехала сосиска. Блин. Джак Панзер, это, конечно, хорошо тут встал. У него там нет прострела. Это очень плохо. Т-50 туда прорвался. О, еще Т-50. Нифига там. Война, союзник разбился. Ой, блин. Что-то как-то не очень идет все, слушайте. Что-то как-то все не очень идет. ВК стоит там. ВК стоит там, но уже от ВК сейчас рожки до ножки останутся. Говно. Он не светанул. Надо отъезжать обратно. Но тут же две арты, а я ж боюсь. Это ж криптонит. Штурера. Начали разваливать ЯКПЗ. Все, не осталось от него и следа. Развалился. Там, что у нас там? 40 ТП и... Е-25 еще есть у них? Ай-яй-яй. Жизнь, боль. Аргентина и Майка опять на воле. Так, ладно, ждем. Что-то как-то тихо. Даже, я бы сказал, слишком тихо. Т-50 там стоит. А я ничего не сделаю совершенно. Мне надо ждать этих пацанов. Единственное, что я могу сделать, это вот так вот. А, не могу я сделать. Туда не хватает. Так, что за ведро, блин? Они туда поворачиваются, там не хватает. Сюда поворачиваются, тут не хватает. Совершенно говняная корыта. Корыта-то корыта. Никого нету. Ничего, никого не вижу-то. Супер Хелкат, надо поехать туда. Но тут никто не смотрит на эту сторону. Только один я. Задолбал этот дурацкий ветер. А Т-50 где-то вообще прорвался там аж. Посреди карты поехал. Магиоджи. А, Супер Хелкат вообще где-то там. А, нет, я его вижу. Что-то я тупанул. Сейчас, может, еще вылезет. Ну, 294. Он просто наложил штаны. Так, Е-25 прикатил. А нет, не успел я. Е-25 сейчас развалит тут все. Кто-то в меня палит.
Кто у меня палит, совершенно не знаю. Ну, я надеюсь, я его светану, когда он меня будет убивать. Кто-то оттуда стреляет, с этого. Нет, я не... Я профейлил этот самый момент, когда проезжал Е25 и просто... А просто все, конец. Это просто все, конец. Он, кстати, может даже быстрее сюда приехать, пока я буду разворачиваться. Ну, что-то какая-то тут битва у нас вообще мощная. Не, он поехал туда все-таки. На тебе! Танканул! Нифига себе! Давай! Да. 285! Не хватило альфы, слушайте, он меня сейчас запинает своими тюками. Да, все, убил я. Е25. Все, я сделал в этой жизни все совершенно зависящее от меня. Если мы сейчас не победим, значит мы никогда не победим. Ну чё там по ведро-то починится-то? Все, поехали. Просто замечательно. У меня ничего не едет вообще. 7 километров в час. Где-то сейчас Т-95 смеется и улыбается. На! Слушайте, я еще жив. У нее перезарядка 1000 лет. Да! У меня просто все сломалось. Походу это будет мастер. Не, если я вообще доживу. Хоть до чего-то. Блин. А вот это мощь, машина для нагиба. А я не могу, правда, ни повернуться, ни куда-то стрельнуть теперь, потому что совершенно у меня ничего не работает на этом танке теперь. А, блин, вот это разброс, 40 ТП приехал. Волчара, я что-то забыл про него совсем. Может, сейчас сольем еще. А ток должен тащить, где мальчик ток на сосиске? А ток тащи. Убил он этот Т-50-2. Блин, ну вы видали какой разброс? Просто куда-то улетел. Вообще хрен знает куда. А куда ты едешь? Он же справа. Ток вообще что-то... А в шоке. Миксер. Совершенно непонятно, что делает он. Сейчас Варейн его убьет. 40 ТП. Смотрите-ка, сейчас артовод замочит-то. Ну давай, черт. Надо Е25 спешить. Что-то, мне кажется, ток какой-то... Хотя нет, ток нормальный. Выглядит так, как будто он, знаете, какой-то этот бот. Так он поворачивается странно. Волчара. Вот это сосисище. Сосисище ползет, смотрите. 40 ТП уже, наверное, справа тут стоит где-то. Пока ты заехал на своем... Ой, блин. На своей сосиске. Он же быстро ездит. Очень скучно. Илюха, а ты что думаешь? Куда ты попал? Юмористическую передачу? Ничего подобного. Да он уехал уже. Да уехал он уже. 40 ТП, он же быстро ездит. Но главное, что они побеждают. О, Е25 его спалил. Молодец. Главное, чтобы он убил. Сифон. Савон, Сафон. Сафон, да, Сафон. Сифон. Сифон это... Это санитарной фигней связано. Сантехника, точнее, санитарная фигня. Сантехника, Сифон. Сифон. Сифон фильтр еще есть, игра такая. Древняя. Там я не помню, что типа Counter-Strike, что ли, что такое. Вторую степень, видали? 1500 вымоченного урона. Уже вторую степень дали. Была бы у меня пушка крутая. Представляете, как бы я тут нагибал бы. Сколько там? Ей 25 я бы, наверное, с одного выстрела бы отправил в ангар.